Привет, меня зовут Илкин. Я рассказываю про дополнительные возможности на базе AmSRM. Сегодня поговорим про UTM-метки, в частности, как они интегрируются с сайтом с AmSRM. Так, вот UTM-метки. Это VK-CPC, таргетированная реклама ВКонтакте. У вас могут быть различные UTM-метки, которые вы используете, то бишь для Директа одни, для RSA вторые, для Фейсбука, к примеру, третьи и так далее. Итак, я нахожусь на нашем сайте. У нас есть несколько форм. Вот, к примеру, формы про маркетинг. Оставляю я заявку, нажимаю «Получить», после чего в АМСРМ создается сделка. Давайте посмотрим. Вот она. Заходим в нее и посмотрим, что там интересного для нас. Во-первых, создается задача, контакт с необходимым номером. Если есть дубль в системе, то приравнивается к тому дублю, который у нас уже есть, чтобы не создавать еще дубли. Зайдем в трафик, видим форма LP1 маркетинг, то бишь это именно та форма, в которую мы оставили заявку. Тип UTM, UTM Source, VK, Medium, CPC. Если бы были бы campaign, content и term, то бишь они бы тоже передались. Вот так вот все довольно легко работает. Ничего такого сложного. Если вас заинтересовало данное решение, или вы хотите сделать что-то похожее на базе данного решения, оставляйте заявку, вас менеджер проконсультирует, увеличивайте свои продажи с помощью AMSRM. На этом все.